По поводу реформы Академии наук могу сказать следующее. Прежде всего, политические столкновения закончены. Принят во втором чтении закон, устраивающий как правительство, так и руководство Академии наук. Теперь вопрос переходит в содержательную плоскость. Возраст академиков не имеет ни слишком большое отношение к качеству науки. Люди получают это высокое звание за прежние заслуги. Важно другое. Важно, чтобы руководители лабораторий, руководители больших проектов находились в активной творческой фазе. Она не очень связана с возрастом. Целый ряд наших руководителей и атомных, и космических программ были немолодыми людьми. Ну, папа Йоффа прежде всего. Но это не мешало им выращивать те кадры, которые создали ракетно-ядерный щит страны. Вопрос сегодня главное, чтобы реформы избавились от политиканства, от кумовства, чтобы реформы избавили нас от кумовства, когда решения принимались по тому, как кто друг другу нравится, а только по одному критерию – по оценке научного вклада, по эффективности. И поэтому нам сейчас нужно, конечно, как ни трудно, но вести к тому, чтобы Академия вела курс на самоочищение. Академия может быть реформирована только изнутри. И на наше счастье президент России это понял и поддержал эту линию.